gestuurder kelebar et illibeter taptalbar taptalbar karakka göstübe dolgundan salıgın asap kurudu kıyana Люси Юрий Алексеев, 90-ды стыга. Бұл сүрігі бағас мен анығы үнкіні дөсі екі тәгіл интерегерген көрдім дейхін бағарауын. Онтан жүлір сөйбет тұқтен ханаға кәлдігет. Тәрі хағылыққа Изабелла. Үті көхінен, үнті көхінен күнді сақабы түріні лұқтақтыры. Бүгінгі үнкілі проект бұтты хүмеғаттан анығы қамсан ұйлағы үнкілерден болады. Ол күрдік, нашу программу «Современного танца» сегодня открыли Люси и Юра. Мы, да, вы видели совершенную смену эмоционального состояния именно Люси как артистки. Да? И хочется, безусловно, никак тут не заметить о том, что прекрасный вокал прозвучал именно в исполнении Люси, да? Насколько, если я не ошибаюсь, угадала, да? Совершенно потрясающий номер получился, но и современный танец у нас получается, он не имеет определенных поз, он не имеет определенных движений, да? Цель современного танца у нас получается, это формирование самовыражения исполнителя. И в данном случае, несмотря на порванную лямочку, да, Люси справилась на 100%. Да. Но замечание, Люси. Хочется все-таки, да, здесь присутствовали элементы contemporary, да? Здесь тяжесть корпуса. Если в классическом танце мы держим чисто 4 точки здесь, тяжесть корпуса надо, да, то здесь, в контемпе, да, тяжесть корпуса гуляет от кончика пальцев до кончика ресниц, да? Чуть-чуть вот этого вот мне не хватило, Люси. Вот здесь вот нужно освободить. Юра, в следующий раз, да, вот именно вот грудная клетка, плечи осадить, да, где-то удлинить шею. Молодцы, хороший номер. Спасибо. Дальше, Дмитрий Николаевич, давайте узнаем ваше мнение. Добрый вечер. Я очень рад, что меня пригласили на этот проект. Мне танец понравился в том, что вот было, знаете, вот бывают же танцы, когда смотришь, и
просто как иногда безразлично это все делается. Да, вот нету, не хватает именно вот души. А вот здесь вот мне вот прямо было такое вот ощущение связи, там, имеется в виду, контакта, да. И это было очень, как скажем, привлекательно и здорово. Поздравляю его. Дмитрий? Поздравляю Люсию, Юрия. К предыдущей вот программе они ча-ча-ча танцевали, Испанию, да, сегодня совсем другой вот образ. Я как-то вот поражен, да? Есть драматургия. Ну, современные танцы, когда-то вот Айседора Дункан, когда начала только босиком танцевать, люди тоже говорили, как это, да? Это был шок. Да, а сегодня вот так спокойно могут танцевать. Потом замечательный вокал. Я не знаю, как-то вот не в России, когда вот так, да, поют сами, еще танцуют под свою музыку, наверное, как-то и легко, и, наверное, и сложно, да, песни, потому что там немножко другие, да, голосовые связки, тут надо пластикой. Очень здорово, мне понравилось, есть драматургия и поддержки, вот так, да, что-то получилось, что-то не получилось. Ну, и есть как-то вот история, драматургия, вам спасибо большое. Спасибо нашим жюри. Юрий, Люсе, дальше провожаю вас к Алене. Здесь курдук Люсия, она Юрий Алексеев, инкулярин кордибит, нахмин кордапы нахачугай инку, джулдур сюбе саната не хиттибит, онтан джабет ағаяқ кебінен бігеге, бу джулдур сюбе дөхі сананы турор бұдын билияқ бет, истияқ бет, онлар кадар отын көрәтчілер, эгі коласқатын әме ағық бұд. Поздравляю! Мақтап! Нахачугай инку тағыстығы, бұнытты манна дағатын әдеметі бүгін Люсия, Саңа үрітін әме тәңе сұрақты әдебет. Ағарды лейбін, наға чеге үрі күнжіктіңаны бұл Люси бәйті анан сұруй бұд үрітігір өсі кене әбей үнгі тұр орында. Борис Павлов тұрларығыр, онына бәйім мұтып бар. Пока ата бұқ, онтын тұқ үйді үйдің ғынан баран, соғы тұқ ден, атырым болы ден. Онтын наға дол күйдім, наға дол күйдім. Хатыр... Бұл үнкілі үртті бұтына ләмкім төлі барын. Ту ұлдан қалды аңарлым. Ағар түйім көстіме деймін. Онты ол ләмкі көппедеттен білі настроен ғылдан қалдыға де. Онытын бір да қанса, тұн қайы тұта атадым. Олды болыр қадағыр білі бәкке асты. Да. Олық білі бәді. Сұйғалар бұд алық. Мне кажется, очень такая нежная песня, да, с таким вот содержанием этой песни вы даже дали вот этим танцам. Я думаю, что Юра эту песню, он, наверное, первым услышал, да? Ага. Бастагатын хиттахтараде. Он оттон бен рэгар, бен күлюрин рахым байбит. Қайдағыра, адым бай. Қоғына, оны сені көрдірек құнады де. Танцам показать вот эту песню, да, содержание этой песни, в чем лежит вот такая, как говорится, суть? Ну, песня очень сложная, очень такая глубокая. На якутском языке очень много метафор таких вот. И мы не знали, как подобрать движение. Эйдер, битюгар, бусырыга гыра, ханатя. Именно хахалыры, он нахатар. Бли, тыла барта метафора. Он отым бахар аргамега гыра, ханатя. Олин. Ну да, в этом была маленькая сложность. Вот, в переводе, осознание этой песни и чтобы передать вот это вот чувство. Вот, и название даже не было, когда мы ее слушали. Мы сначала слушали песню вообще без слов. Не было слов, была только музыка. Первый раз, когда мы ее слушали, когда начали ставить. Потом появились слова, потом перепели ее. Ну, как-то так вот, под эту музыку, да, пришлось ставить раза три, там, меняли чуть-чуть. Меняли, ты говоришь уже во множественном, значит, с тобой еще ваша жена. Да, да. У нас есть, у нас школа танцев Sunrise, и получается, у нас есть преподаватель современного танца, да, это у нас Лена Ушканова, ну, и также, извините, жена моя, да, вот и все наши тренеры, они она очень помогали. Она сейчас у нас... Да, они да, здесь вдвоем. Да? Да, они здесь вдвоем, два наших тренера. Привет им. Где-то они там сидят. Машут. Вот они. Лена и Лейла. Это ваши самые главные такие помощники, такие прямо хореограф, да? Ага, Рюбит, Нагатаваллар. Ага, Кювитин Троралдар. Табарда Тенья.
Отоманлык эти эн ырыгар үнкүнү турорар буманлык сана. Кахан кет битей, оны ким начала така идея тайбу. Эрде идея барыта, кахан эмите мен ырыгар үнкүлүк бит ту ден бемеме баханалатым. Онтон бу современный үнкү неделе тигер каядак битте. Давай мен ырыгар үнкүлүк бит ден. Ровно контемпорари инклюге басар ыреден. Оны музыката имбителегете, оны барыта түрген-түргенлік бүне дейліға оңығылынна, онында бітті. Олық түрген байды қаябыда біккетті. Хайп, маладжастар, сөйп, онтон жәбілеген бігеге бұ Люсиға, онна Юриға жүлдір сөбәбіт. Қасынаның тұрорары біде Айхал. Жара онна жүлдір сөбә сенатыны істехайын. Изабелла. Без. Без оценки на туру равна. Дмитрий Николаевич. Без. Борис Павлов. Улус из Кахонна в музыка тверну. Получилась дри моя песня. Без. Дети курдук жүлдүр сүбөлү сигауна Юрийге 15 баллов. Я вас поздравляю. Сейчас мы посмотрим, сколько голосов вы получили от наших зрителей. 215 голосов. Ура! 215. Мен саныйбыр Олус Элбек, Нагачугей. Болбатта? Сэ.